Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Gamma Show TV. И продолжаем проходить игру Джим и Мэри, часть вторая. Джим и Мэри у нас влюбленные. Их разлучили родители. Но они сбежали из дома. И сбежали из дома они в лес к дядюшке Джиму, мистеру Вудварду. Свою любовь они теперь будут строить в лесу, в хижине, и мы будем помогать им собирать сердечки. Так, давай-ка, Джим. Твоя задача — собирать сердечки. И Мэри нам тоже будет помогать. Вот у нас еще сердечко. Вот у нас все сердечки собрали. Встречаемся. Играем дальше. Так, и вот наши сердечки. Первые уровни у нас попроще. Посмотрим с вами, какие препятствия нас ждут дальше. Так, давайте. Все, влюбленные встретились. Ой, и у нас тут есть пчела. Надеюсь, она не кусается. Но неспроста она у нас тут летает. Так, Мэри, давай-ка осторожнее. У нас тут есть небольшая опасность. Это пчелка. Главное, будем быть ей покусанным. Все, Мэри, теперь твоя задача. Давай выпускать Джима. Так, давай-ка, Джим. Мэри, спускайся, встретились. Продолжаем играть дальше. Что же за опасность у нас будут тут подстерегать? И мы с вами уже на четвертом уровне. Ага, надо тут Джиму нашему немножко поработать. Нужно ящик двинуть, чтобы взять сердечко. Давай-ка, Джим, ты у нас сильный. Ой, Мэри наша уже заскучала. Мэри, давай скорее, нам без тебя тут никак. Вот Мэри молодец, пробирается. Так, эх, нам не допрыгнуть, поэтому нам нужно подвинуть ящик. Так, давай-ка, Мэри. Все, двигаем ящик. Мы хрупкие девочки. И нам не так просто прыгнуть. Прыгаем по ступенечкам, берем сердечки. Идем мы к тебе, Джим, не скучай. Все, мы встретились. Играем дальше. Ой, у нас тут снова пчела. У Джима и Мэри есть препятствия. Нам тут нужно быть осторожными. Двигаем ящик, прыгаем на ящик. Давай-ка, Джим, молодец. Теперь... Давай, Мэри, ты. Так. И как бы нам с тобой так прыгнуть, чтобы взять сердечко? Молодец, Мэри. Ой, как бы нам выпустить нашего Джима? Давай-ка, Джим. Осторожнее, у нас летает пчела. Ой, как она жужжит-то страшно. Главное, чтобы не укусила. Так, удираем пчелы навстречу к нашему любимому. Давай-ка, Джим, скорей. Все. Мы собрали сердечки, играем дальше. Так, Джим и Мэри, вот это вы собрались. Осторожненько. Запрыгиваем, забираем сердечко. Давай-ка, Джим. Ой, Джим нас заскучал. Так, и у нас тут есть небольшое препятствие, которое под силу только нашему Джиму. Ну как нам перепрыгнуть? Давай-ка, Джим. Все, перекрываем Джиму, чтобы он у нас прыгнул. Да, стой, Мэри, не уходи. Давай-ка, Джим, теперь спускайся. Ай-яй-яй, поспешил на Джим, переигрываем. Так, давай-ка, Мэри. Нажимаем, чтобы Джим нас спустился. Подожди, Джим, не спеши. Сейчас заберется вверх Мэри. Ой, Джим отлично перепрыгнул. Как же бы нам тут выбраться? Пускаем ящик. Ой, прям наша Мэри на голову. Давай-ка, Мэри, нам нужно взять сердечко. Взяли сердечко, двигаем ящик. Теперь нам нужно забраться к Джиму. Что-то Джим в этой серии у нас немножко... не спортивен. Все выпадает на плечи нашей хрупкой Мэри. Все, встречаемся. Собрали все сердечки, играем дальше. Так, и у нас тут с вами препятствие. У нас тут дерево.
которая норовит так нас обидеть. Двигаемся, продвигаемся. Так, Мэри, ты-то у нас можешь пригнуться, а вот с Джимом у нас это не получится. Все, Мэри. Все, теперь, Джим, давай, не скучай. Твоя очередь. Тебе тут тоже нужно быть предельно осторожным. Ай-яй-яй, потеряли мы сердечко. Что ж это такое? Все, встретились, все сердечки, не получилось соврать. У нас дерево нас обижает и отбирает у нас сердечки. Играем дальше. Так, Мэри, давай-ка. Твоя задача, стоит же им тут. Сейчас, Мэри, нам нужна твоя помощь. Нам нужно как-то ухитриться, чтобы опустить Джима. Все, Джим у нас опустился. Давай-ка, Мэри, возьмем сердечко. Все, Мэри, пригинайся скорей. Ух, ты коварная пчела. Так, Джим, теперь твоя задача. Перепрыгиваем осторожненько. Все, встречаемся с любимой. Собрали мы все сердечки. Молодцы, ребята. Поставлю вам лайк, ребята, и вы поставьте Джиму Мэри лайк. И тут у нас, как полагается, в лесу есть серый волк, который, как говорится, зубами щелк. Так, Мэри, давай-ка нас выручать. Двигаем ящик, берем сердечко. Угу, как бы нам тут пробраться? Нужно нашему Джиму освободить путь. Так, Джим, давай-ка, осторожно. Ах ты злой серый волк, зубами щелк. Быстро волк-то на кнопку нажимает, мы даже прыгать не успеем. Да что ж ты такое, за волк-то такой. Волчок, мы тут, давай, хватит за бочок. Давай, Мэри, спешит к нам. Все, поцелуйчики. И мы собрали 3 сердечка. Вот это да! Какой ты волк у нас тут. Он еще и дружелюбный. Так, волчок, серый бачок. Ой, он у нас... Стой тут. Вот это волчок у нас. Такой милашка. Осторожно, Джим. Ох, тихонечко тут нужно. Главное не попасть по Мэри. Так, давай-ка, Мэри, становись на кнопочку. Нужно взять сердечко. Ох, я почему-то уверена на 99%, что этот волк... Ага, как увидел Джима, так сразу разозлился. Смотрите. Все, мы собрали 3 сердечка, играем дальше. И мы уже на 11 уровне. Так, как-то нам нужно ухитриться, чтобы Джим проехал и собрал сердечко. Так, давай-ка, Джим. Так, возвращается назад. Тихо-тихо, Джим, не падай. Ой, проезжаем, спускаемся. Теперь нам нужно спуститься, чтобы нашей Мэри освободить путь. Так, Мэри, давай, пускайся вниз, тебя волк не трогает. Ой, какой он дружелюбный, он так любит нашу Мэри. Даже облизывает ее. А вот Джима он что-то не очень у нас любит. Ой, какой милый волчок. Так, уходим, он за нами бежит. Ой, как наша Мэри ладит с лесными жителями. И мы собрали 3 сердечка. Мы все ближе и ближе к нашей лесной хижине. Ребята, нам осталось все меньше уровней. Мы закончили на 12 уровне. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы не пропустить мое видео. А также... Не забывайте подписываться на мой канал Kids Gamma Show TV и жмите на колокольчик для оповещения, чтобы не пропустить мои новые видео. Выбирайте, что будете смотреть дальше. Предлагаю вам посмотреть первую часть Джима и Мэри. Ссылочку на видео первой части приключений Джима и Мэри вы найдете в описании под видео. Пока-пока, ребята! Спасибо большое вам за просмотр!